Жительница поселка Сахарного завода обратилась по вопросу реструктуризации долга за коммунальные услуги. Незамедлительно глава города связался со специалистом, курирующим эти вопросы. Договорились, что женщине будет оказано содействие в заключении между ней, банком и управляющей компанией, трехстороннего соглашения. Таким образом, она сможет получить субсидию, которая будет перечисляться в счет долга. Возможен только один вариант, на который мы сегодня можем пойти. Это составление трехстороннего соглашения между вами, управляющей компанией и банком, если вы получаете субсидию в банке. За время прямой линии мэр связывался по телефону со специалистами не раз. Жительница улицы Привокзальная беспокоилась по поводу куч серного колчедана, находящихся неподалеку от ее места жительства. Руководитель ООО «Салют» доложил главе города, что вещество будет вывезено в мае. На данный момент образцы серного колчедана отправлены в 2 предприятия, и в течение мая должен решиться вопрос по отгрузке оставшейся продукции. Житель бывшего общежития, теперь жилого дома номер 10, обратился по поводу установки индивидуального прибора учета. Для этого сначала необходимо поменять всю систему электропроводки. В этом году планировалось все бывшие общежития отремонтировать за счет федеральных средств. Но в программу капитального ремонта удалось включить только 5 из 8. Сейчас городскими властями на уровне области прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств. То, как решится этот вопрос, станет известно в мае. Сейчас мы работаем над увеличением той суммы, которую выделили для нашего города. Если что-то получится, то данные работы будут проведены. От коммунальных проблем к образованию. Мама будущего первоклассника спрашивала, в каком здании в связи с возможными переменами в образовательной сети будет учиться ее ребенок. Так. Первую школу хотели идти. Первую школу, это в лицее. Александр Кузнецов пояснил, в связи с введением нового стандарта образования и изменениях Санпина, рабочей группы рассматривается несколько вариантов оптимизации школ. В скором времени наиболее приемлемый будет вынесен на суд общественности. На сегодняшний день проходит заседание рабочей группы, на которой окончательное решение еще не принято. То, в каком здании будет начальная школа. Это может быть и лицей, может быть и третья школа. То есть окончательного варианта нет, потому что, ну скажем, здесь рассматриваются различные аспекты, экономические и социальные. То есть, ну, абсолютно все. В ходе прямой линии градоначальнику поступил еще ряд вопросов. Так, автолюбитель интересовался, будет ли в этом году ремонтироваться объездная дорога в первом микрорайоне. Жительница одной из многоэтажек того же микрорайона просила разобраться в начислении дельты по горячей воде. Многодетная мать – оказать материальную помощь на ремонт дома. Все поступившие вопросы взяты главой города на контроль. Ирина Мерзлякова, Вадим Полосмин, Александр Трегубов, «Наш город».